обещал. То есть только на здесь я развернул, развернул уже главы. Вот, оп, видите, как бы вот здесь я начинаю играть. Вот здесь вы должны чувствовать, как у вас, то есть на этом надо посидеть. Когда вы на этом будете чувствовать ваши руки, то вам будет гораздо сложнее сделать болевой. И вы будете чувствовать, раз руку вывернул, он начинает выпрямлять это, раз в другую сторону вывернул, а сам ищешь выход оттуда. Поэтому да, их надо, оп, застопорил, вот, держу, да, оп, вытащил, оп, оп. То есть надо ее искать. Поэтому вот вы должны их чувствовать, да, чтобы ловить своего соперника на этом. Раз. Да-да-да-да, вот как бы такой идет уже. То есть он этот болевой уже знает, где-то почувствовал. То есть это делается очень быстро, очень. Да-да-да, вот. Все, попался. То есть сейчас один первый, кто сверху, он начинает немножко как бы играть рукой. А тот, кто снизу, начинает искать. Начинает его вот здесь вот где-то раз-раз-раз. Да. Вот. Моя задача поймать локоть, поймать руку, чтобы она у него не играла. Вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот, да-да-да-да. Вот такая работа. Посмотрите, что я делаю. Если у вас сцепили ноги за спиной, достаточно вот ставить локоточек в мышцу, и ноги сразу расцепляются. То есть вот этот болевой эффект, раз, ставил, и вот уже, да, вот у него срабатывает. Могу еще ногу поднять и не дать ему, то есть ноге, не дать его ноге убрать, да. То есть вот здесь нога, как бы она застопорилась, да. Вот я ее, да, работаю на ней. Локоточком. Мышцу. То есть что я делаю? Я расцепляю ноги. Оп. И вот здесь, вот она, пошла нога. Когда я прихватываю, вот смотрите, нога идет вот сюда, как бы под зад этой ноги. И когда я сажусь назад, я натягиваю. Как бы натягиваюсь на этой ноге. И вот теперь. Прихватываю как бы живот, вот, грудь. Вот здесь поддаю. Оп. Когда ломаю, я выставляю ребро. То есть руку поворачиваю. Когда я ломаю, я, оп, поддаю. Понятно? То есть когда я забираю ногу, забрал, да, вот здесь. Я уже, в принципе, здесь. Когда я сажусь назад, лучше, вот смотрите, какие бывают положения. Я перекрываю ногой, чтобы он на меня не вышел, сюда сверху. Я перекрываю ногой его корпус. И вот поддаю. Понятно? То есть я как бы перекрываю. Есть еще, можно вот так ломать. Раз. Видите? Упер в колено. И вот здесь идет тоже болевой прием. Видите? Упираю в ногу и делаю болевой прием. Либо вот сюда вот перекрыл и здесь поддаю тазом. Понятно? Еще. Если у вас здесь не получается болевой прием, что можно сделать? То есть вот когда я сажусь, закину, вот здесь я переворачиваюсь на живот и уже своим телом, своим весом поддаю ему. Понимаете? То есть начинаю прогибаться. Также это можно сделать, когда вы находитесь здесь. Раз в стойке, хоп, перешагнул, все. То есть, когда я перешагиваю, понятно? Сразу на живот перешагиваю. Понятно? Смотрите, еще разновидность. То есть, когда мы работаем на скручивание, когда мы сели, да, перекрылись, вот тянем, не можем вытянуть. Вот этот болевой, знаем, да? На пяточку. На скручивание. Еще, когда мне ломают, садись. Не, стой, 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 стой.
когда, да, как я показывал, когда начинает ломать. Стоп. Вот здесь, что бы я сделал, я скидываю эту ногу и смотрите, раз, вот он, болевой на ногу, знаете, да? То есть, что я делаю? Я выхожу, просовываю руку вот сюда, как можно глубже, прихватываю замочек, и здесь я не тяну, а как бы свой таз пододвигаю туда, раз, раз, и теперь натягиваю. То есть, как бы свой зад я вниз. Да-да-да. Вот сейчас попробуйте этот болевой. Бывает такая ситуация, когда начинает ломать друг другу вместе. Ложись, ложись. Вот когда попадается, да, вот так, что он ломает мне ногу, и я ломаю ему ногу. Да? Начинается вот. И оба тянем, тянем, не можем вытянуть. Что я здесь делаю? Я прихватываю вот эту ногу, смотрите, и заношу вот сюда, накрывая своей ногой. И теперь беру коленочку вот. Вот он. Понятно? Еще раз, смотрите. Вот мы ломаем, он мне ногу, и я ему ногу ломаю. Начинаем тянуть, вот не можем вытянуть, да, одновременно. Я прихватываю его ногу, вот эту, увожу вот сюда, сгибаю, увожу вот сюда и перекрываю вот этой ногой. Вот она получается выше коленочки. А теперь просто слегка натягиваю его ногу. Понятно? Угу. Поработали. Когда у вас одна нога находится у него между ног, то есть вот в этом положении вы работаете, боретесь, да? А здесь, да, вот часто они скрещивают вот здесь ногу, чтобы не выпустить вас, не вытащили вы ногу. Здесь вот для боев, что хорошо, я показываю, что я раз-два ударил где-то и разворачиваюсь в сторону ног. Смотрите, что я делаю. Я перешагиваю и разворачиваюсь в сторону ног. Прихватываю обе ноги. И вот здесь вот нога идет как бы вот сюда, под зад. А вторая накрывает. Видите? И что я делаю? Я поддаю тазом, а вот здесь делаю болевой. То есть, если вы правильно, и у вас хорошая плотность, и вы правильно делаете прием, то достаточно сделать его, видите, уже больно. Смотрите еще раз. То есть, отработ, раз, два, я разворачиваюсь вот сюда, вот как бы, видите, плотно. Как можно плотнее я должен сесть вот здесь в ноге. Вот мы работаем, да? Отвлекся, оп, вот сюда, перешел на ноги. Перехватил ноги, видите? Как бы вот здесь нога как бы врезается ему вот сюда. Второй ногой подпираю. И вот смотрите, вот он уже болевой. Вот эта нога, она ломается. Посмотрите, я не отклоняюсь ногой. Я сначала поддал, тазом поддаю, видите? Тазом поддал. А теперь у меня, видите, какое расстояние, чтобы ломать. А теперь я тяну ногу сюда. Если я ее дотяну до груди, у него лопнут связки все вот здесь. То есть не вот здесь тяните ногу, тянуть надо. А раз оттянулся, и вот здесь вот я ломаю ее. Большое вам спасибо. Очень приятно. Могу с ним сам переговорить тоже. Могу его координаты оставить.